трансформация, наблюдаешь ее, когда люди заходят с одним пониманием своего продукта, своей команды, а выходят, проходя через конкурс, наверное, по-другому не скажешь, именно проходя внутри, да, вот этот путь, и получая поддержку зрителей, коллег, потому что ты обстукиваешь друг об друга идеи. Плюс обратная связь от тренеров, а это огромная была образовательная программа. Сумасшедшая поддержка телевидения по-другому, я не могу это назвать, потому что никто из этих предпринимателей никогда в жизни не имел такой поддержки на телевидении, которая была. Да мы и будем поддерживать. И тут такой опыт для них, что их так часто показывают. И для них это тоже опыт сказать на камеру о себе коротко. Да? Возьмите любого человека, сказать о себе самопрезентацию короткую за 40 секунд, мало кто может. И здесь они должны были тоже об этом заявлять. И многие вышли в социальные сети. Это тоже был такой толчок вот, с поддержкой вашей, вообще всей структуры тюменской марки. Вот то, что сказал Сергей Денисович, что выходим в онлайн, вот такой формат. И, например, были ребята, кто инженеры, да, у кого продукт сложный. Слушайте, мы вообще не социализированы. Мы не понимаем, как можно выйти и, вот, например, общаться. Да, как популяризировать свой продукт. А сейчас нужно искать какие-то новые каналы. Вот это такой важный момент. И глобально, вот, если вы спросили про те годы такие пандемийные, да, это поддерживаем своих. Да? Своих это не бросаем, очень популярны, кстати, своих... в наше время. Да, да. Вот прям поддерживаем.